Привет! Привет! Мы на канале Мистер Макс. Сегодня мы едем за самокатами! Да! И Кате, и Максу купим самокаты, потому что наши остались родственникам, короче, мы отдали наши самокаты, а тут будем покупать новые. Да и Катя выросла уже из своего маленького. Кате уже надо старший самокат, а у нее еще и маленький был. Да и мне скоро надо больше. Ничего себе! Может быть. Мне уже 4 лет. Надо немного побольше. Да, Катя выросла. К сожалению, закрыто. Ай-яй. А вот и самокаты, да? А вот и цвета самокатов. Макс, может, вы выберете, а мы потом приедем и купим. Наверное, с папой? Наверное, да. Наверное, да. Скажите, видишь, цвет какой вам нравится? Я хочу пурпурный. Пурпурный? А вот смотри, какой яркий есть цвет. Вот розовый, смотри, какой есть. Видишь? А вот, смотрите, есть такой интересный цвет. Вот, о, видите? Вот это девчачий, да, Катя? Вот, смотри, для тебя. Я хочу пурпурный. Мама, это пурпурный? Ну, как пока ко мне-то не очень. Он не совсем розовый. Но он красивый. Это маленький, кстати, это же маленький вот этот. Вот, Катя, надо тебе уже этот Макси большой. И Максу тоже нужен такой большой. А что значит этот вот щедрый? Двухцветный. Sorry, we are shredding. Но он написано riding, они где-то ездят, получается. Как по мне, вот этот очень крутой. Да. Черный с оранжевыми буквами. Да. Вот, вон там он спрятан, его видно кусочек. Он очень стильный, очень стильный. Вон, да, только буковки. У него на ручке вот с этой стороны, похоже, какая-то оранжевая штучка прикреплена. Такая необычная. Как обидно, да, приехать? По-моему, то фара. Фара? Вон на нем прикреплена. Это, наверное, за отдельные деньги? Да, похоже действительно на фару. Оранжевая такая накладочка, да? Вот он, вот его коробка. Вот он, кстати. Тут фары нет, а там есть. Ну так что, все, вернемся туда завтра сюда и купим с парой? Да. Я хочу в пурпурный. Пурпурный? Хорошо, если сегодня не находим ничего в другом магазине, вернемся сюда завтра после школы. Окей. Пурпурный. Выберешь себе пурпурный. Смотрите, какая машина зеленая, смешная. И сколько лет уже? Класс. Вы видели, дети? Да. Круто. Прикольно. Мы тут едем уже в другой магазин, попробуем найти самокаты. Мы решили не ждать до завтрашнего вечера. Нашли магазин, который работает. Тут вообще в воскресенье мало кто работает. Магазины работают с 11 до 5, такие самые популярные. А некоторые вообще закрыты. Вот, например, вот такой магазин здоровенный, шопинг-молл, работает тут до 5 часов вечера, в выходные. С 11. Да, ну так, чтобы не переутруждаться. Макс. А? Вечный наш планшетчик. Ты Макс-планшетчик. Зрители, скажите, а вы тоже так часто играете в планшет, как Макс? Только сели в машину и же в планшете. Катя, да, кстати, у нас произошла небольшая неприятность. У Кати, ну, скажем так, украли планшет на автомойке. И нам придется, наверное, сегодня, да, пап, поехать да, Кате купить еще один планшет новый. Надо. Обидно, конечно, там у Кати столько мультиков классных было. Да, она даже рассказывала, что там у тебя открылось, Кать? Красить брови. Брови красить? В Анжеле. В Анжеле брови. Это вообще, вы даже не представляете, насколько это уровень, чтобы красить брови в Анжеле. Это не просто зубы там лечить, это брови красить. Действительно. Так, я так понимаю, мы уже где-то подъезжаем, 150 ярдов. А где что-то припарковаться сейчас? Вот было, не? Пока мы доехали до следующего магазина, Катя уснула. Катюша наша еще маленькая получается, еще надо спать днем. Давай, ну, через Катя, дорогу. Знаешь, что мне сказала? Сказала мне обязательно пурпурный. Хорошо. Если будет пурпурный, будем Катю. Окей. Да. Вот мы нашли какой-то магазин Evans Cycles. Велосипеды тут точно есть. А посмотрим, надеюсь, что тут есть эти самокаты тоже. Вот. Толкать, сходить. Ух ты! А магазин-то большой. Я думаю, что я сюда приду покупать свой. Вот это, смотри, какой вау, вот это будет мой велик. Specialized. Я про такие мечтал. 1100 фунтов. Боже, смотри, протектор. Вообще... Тоненькое колесо. Может, мне надо потолще все-таки? Не знаю. Ну, буду еще выбирать. Вот этот, наверное, мой. Чуть-чуть хотя бы протектор есть. Пойдемте. Да. Макс, ты где? А, вон кто-то примеряет микромакси. Иди к нам. Так, где наши самокаты? У меня, вижу, кто-то примеряет. Или это он на своем приехал?
Так. Не, это, наверное, свой. Ну, похоже, тут самокатов нет, но тут есть куча разных великов, Макс. Я думаю, вот что мы... Вот с собачкой пурпурной, как Катя хотела. А ну? Вау, смотри, вот этот розовый, что ли? Ты даже не видишь, какой это самокат. Где? Там вот этот велик? Вот это как для Кати, да? Смотри, какая собака. И с дополнительными колесами. Говори, что? Ты уже под такой подростковый выбираешь? Это такой здоровенный уже, Макс. Я не знаю, это твой размер? Ну, он взрослый. Смотри, что Макс выбрал. Смотрите, вот какие они видны. Это что? Это какие-то складывающиеся. Не, это не велик, это извращение. Вот Макс выбрал четкий велик. Единственное, я не знаю, это его размер или нет. Такой вообще крутой. Очень крутой. Может, примерим? Сидушка высоко. Макс, мы что? Макс, мы что, ехали за самокатом, купим велик, что ли? Да? Если это произойдет, то у нас реально всегда так. Капец. Едем за одним. Не, ну хоть не с пустыми руками, потому что я не знаю уже, куда дальше ехать. Давай подойди, померяем. Подходит тебе велик или нет? А ну? Так, у тебя вот рост. Ничего себе, Макс, у тебя рост на 7-9 лет, представляешь? Слушай, так это как раз тот велосипед, который реально Макс выбрал. Макс, ты попал в точку. Да? Ты выбрал тот велосипед. Это как раз 20-дюймовые диски. Ну, окей. Окей. Что, будем пробовать кататься? Ну, получается, что не купим самокат, купим велик, да? А все равно, ты знаешь, Катя уснула. Не получится сегодня с Катей выбрать. Давай тогда перенесем покупку самокатов на другой день. Вот в том первом магазине, что мы были, да? Да. Давай. А сегодня обойдемся великом. Ну, нам главное еще планшет купить ребенку. Это обязательно. Ну что, так что, Макс, берем голубой или какой-то другой еще смотришь? Окей. Ну как, по росту? Вау, круто. Ну. He drive not good. He's not good in cycling. Cycling. Давай, я тебе помогу. Давай. Вау, ну я смотрю, рост твой, рост реально Макса. Это уже такой пацанючий велик, Макс. Мне, если честно... Давай, Макс, мама, на, может, ты снимай. Все, поехали. Смотри, круто, круто. Знаешь, что мне нравится? Это, подожди, не крути. Это реально пацанячий велик. Тот, мне было, честно, немножко жалко, что мы его оставляем в Одессе, но это шаг вперед. Макс. Это на ступеньку выше. Это реально крутецкий. Сказал дядя продавец, парень продавец, что это очень хороший выбор. Да. Так что Макс реально пришел и показал Ridgeback. То, что он хочет, и попал в точку. Ну, я, если Макса. Честно, у нас таких и не видел. Какой-то Ridgeback. У нас такие, по-моему, не продаются. Кто знает, что за Ridgeback, пишите отзывы, хорошие, нет? Я Максу думаю, нравится. Хороший. А, Макс, тут только ручные тормоза. О, только видишь, ручные. Все, в общем, велосипед на тестирование. Да, велик выбрали. Сейчас дядя его проверит. Надо же проверить, чтобы все четко работало. И мы да. его покупаем. А вы знаете, что у меня для вас есть сюрприз в багажнике? О, сейчас мама покажет. Это крутецкая штука. Ты знаешь, я так сейчас думаю, а вообще надо Максу самокат? Макс, тебе нужен самокат? Вообще они по дому ездили да? много. По дому? Гонки устраивали. Надо, надо. Во дворе на самокате, а где-то далеко на велике. Да, да. Ну, Макс. Макс, на велике я подарила. Что? Велик. Велик, велик крутецкий, Макс. Ты выбрал реально крутой велик. Я сюда тоже на днях приеду еще за своим. Это запасные всякие части, шины. Они так сплющенные. Смотри, как шины продаются. Прикинь. Ты смотри, как тестируют, прикольно. Вау. Смотри, Макс, это твой велик сейчас там фиксят. Смазывают, подкручивают. Да. Настройка. Это вот уже взрослый велик, Макс. Он даже скоростной. Там переключаются скорости. Угу. Макс, я тебя поздравляю. Ты выбрал крутецкий байк. Очень крутой, взрослый. И тот, который остался в Одессе, пускай тот, кто будет на нем ездить, пускай ему будет классно. А у нас будет вот такой вот новый. Стойте, Пикачу проснулся. О, привет, Пикачу. Да, идите, велик будем убирать. Тут Пикачу захотела велик. Покажи, привет, Пикачу. Какой. Ты спала. И что дальше? О, Катя, ты знаешь, мы на него смотрели. Катя, мы реально на него смотрели. Мама еще говорила, смотри, вот Катин велик. Катя, жаль, спит, не видит. С собачкой, ты видела? Хочу. Хочешь такой? Мне кажется, он уже маленький. Да, давай спросим у дяди, подходит тебе такой или все-таки тебе надо старше? Давай. Катя, тебе надо померяться. Специально подбирал, чтобы для и для красоты было.
И я думал, какой же рост под меня подойдет. Да. Is that the new cyclist, yeah? New cyclist, yes. So she need maybe 16. But it's 16-inch, to be honest. Катюш, тебе надо 16. Because if we go for that, it's going to be too small in too much. Катюш. By the summer, she will be fine. Катюш. Получается, тебе вот этот маленький велик не подходит, 14-дюймовый. Тебе надо 16. А дядя говорит, что лучше уже 20-го. Нет, 16. Вот именно он говорит, что если ты возьмешь 14-й, к лету он уже будет маленький. 16 будет как раз окей. Молния Маквин там, да? Катенька, он маленький для тебя розовый. Он уже будет для тебя маленький. Тебе надо выбирать уже из этих. С Молнией Маквином. Катюш, есть такого размера, а он твой? Possibly until tomorrow. Ага, so уже завтра может быть твой такой. Нам надо выбрать, что нам выбрать. Это размер. А ну пробуй, размер как твой? Ух ты, ух ты. А оно уже высокое, смотри, реально ты уже следующий размер. Это следующий размер уже велика тоже. Модный. Но это... Если вам нравится этот велосипед, ставьте жирный лайк. Кать, тебе нравится такой велик? Мне даже в этом цвете. Тебе как он? В этом цвете нравится? Нет? Нет? А какой цвет? А давай пойдем посмотрим, сейчас нам дядя покажет, мы еще раз увидим, что у него может быть под заказ. Макс давай. Уже рвет своих лошадей, смотри, не может. Макс не может даже слезать с него, да? Пошли выбирать. Еще раз перепроверять то, что мы решили давай. Покупать. Вот. Вот. Это то, что нам понравилось. Это тебе понравилось? Белые сиденья. Смотри, цветочки, видишь? Ничего себе, вот это красота. Цветочки. И на раме цветочки. Электро. Катя. Катя, ты будешь самой модной, Катя. That's it. We love it. She likes it. Заказываем. Ну что, я вас поздравляю. Вот наши новые самокаты, знакомьтесь. Как это вот супер так? Самокаты. Мне кажется, у нас уже традиция ехать за чем-то одним, а покупать другое. Молодец. Макс, ну я тебя поздравляю с новой обновкой. Что? Очень крутой обновкой. Крутой. Выходите. Нравится, да. А что самое прикольное, что реально вот мы легко оставили дома наши велики, а тут покупаем уже более взрослые и крутые. Ну, Макс, ты вообще моднючий. Ну что, пошли за сюрпризом? Пошли. Я вам подготовила сюрпризы. Давай, может, я перенесу через дорогу? Давай. Настало время сюрпризов. Готовы? Сейчас мама принесет. Максим, я тебя поздравляю. У тебя новый шлем. Вот такой вот. Крутецкий? Давай примерять. Слушай, а мы не подумали, что у Макса может быть голова большая, правда? Да, у Макса голова большая. Ну-ка. О, размер на шапку. Это на шапку. Без шапки будет вообще четко. Макс, ты крутой, Макс. Реально, снять шапку или тоненькую какую-то, и будет вообще круто. Не спеши, не спеши. Барабанная дробь. Катя такая в ожидании. Готова? Как тебе такое? Крутецкий? Единорог. Давай, примеряем. А ну-ка, о, Пикачушка. Смотрите, какой у нас единорог. Пикачушка превращается. Ой, Макс упал. Ой, какой мы уже встаем. Колени быстро спасаем. Пикачушка превращается. И в кого она превратилась? Брым-брым-брым-брым-брым. В единорога. Даже единорога? Что, мягкий? Брым-брым-брым, да? А ушки тоже мягкие, резиновые. Класс. Добро. Yes. Yes. Вы модные. Ну что, красивый мой, поехали кататься. Пробуй, новый велик. Осторожно. Давайте, быстренько, пока нет машин. У-ху! Главное не удариться в какую-то машину. Поехал, Макс. Я хочу тоже. Обязательно, завтра тебе придет велосипед, и мы тоже будем кататься. Класс. И поехали. Машина, осторожно. Ю-ху, все, класс. Едем домой. Тут опасно ездить, тут много машин на парковке. Давайте будем во дворе у нас кататься. Ну, этот аракес, это что-то, Макс, ты такой крысецкий. Ну что, поехали. Я боюсь, что мы свою светлую машину, светлый салон быстро почерним. Ой, мамин ноутбук. Нормально, велосипед на мамин ноутбук. И еще раз. Ну что, поместился твой мега маленький машина? Отлично, смотри. А ну-ка. Ну ты смотри, может, ты и диваны будешь доставлять? Слушай, пап. Вот это да. Поздравляю.
Единорог. И единорог крутецкий тоже. Ну, садитесь. Вы в шлемах поедете сейчас? Да. И будем кататься на велике. Вау. Короче, я сегодня бегаю, я так понял, по нашему району. Будем изучать район на велике, да? Да. Едут наши. Ой, а где ирокез? Вот ирокез. Кать, а ты что, не снимаешь своего пони с головы единорога? Сказала даже не расстегивать замочек. Какая красивая Пикачу единорог. Ну что, теперь пора поехать купить планшет Кате? Обязательно. Ну, велик, я в восторге сам. Ну, просто реально неожиданно. Шли вот за самокатами, не купили. Получается, даже хорошо, что тот магазин был закрыт. Ну да. А вы заметите, как зашел Макс, показал пальцем, этот нравится. И все. И он его стал, представляете? И он подошел, да, ему как раз четко. Ну, поехали за Катиным планшетом. Ой, ну вот эти вот, конечно, пробки. Как же я их люблю. Лондон, пробки, ты меня жди. Максима, Катерина, мы приехали. Вот, правда, нам еще немножко надо потянуться в этой пробочке. И приедем на парковочку. Большой магазин техники. Проходите, выбирать. Макс играет. Узко, да, смотри, как припарковались. Угу. Тут вообще так паркуется узко. Вечно можно ударить чужую машину дверью. Вы посмотрите на этот магазин. Мы новую энтри зашли. Да? Выходим обратно. Мы зашли не туда, куда надо. Вы видели этот мегастор техники? Это что-то. Посмотрите, там рядов тучи. Просто. Кай, Макс, не роняй. Придется еще тебе покупать. Кать, может, ты спустишься на ручки, и тебе покажем, что здесь есть. Давай. Ой, смотри, какой большой вот этот черный. Кать, ты будешь такого же размера брать или чуть-чуть побольше? Белый. Белый, вот этот? Да. Вот такой? Ой, но это больше, такой? Чем у тебя был. Ну, мне кажется, больше, чем у Макса. Это 11, 10,1, да, это даже смотри. Больше, чем у Макса. Да. Катюш, у Макса 9,6 дюйма, а тут 10,1. Тебе брать большой? Угу. Кать, у тебя надкусанное яблоко. Может, тебе с надкусанным яблоком посмотреть планшет? Вот смотри, целый стенд. Планшет. Это все с яблоком, да? Да. Ой, смотри, вот даже большой такой. Ага. Это 9,7, кстати. Он более широкий. Тот у Кати, который сейчас она выбрала, он более узкий, этот более широкий. Ну как тебе такой с яблочком, нет? Катя, я думаю, надо брать все-таки Samsung. Она же на андроиде все эти анжелы брови красит. Пойдемте. Смотрите. Вот ты тут нашла. Катя еще за 5 метров увидела какой-то чехольчик. Это обложка. Универсальная обложка для 10-дюймовых этих таблетов, планшетов. Катя, так он такой большой, слушай. Ты там свой планшет не найдешь. Давай померяем. Давай там есть на выставке. Давай померяем. Чуть-чуть поменьше. А этот немножко маленький, Макс. Он, наверное, не влезет. Планшет сюда не влезет. Слон. А ну, пойдем померяем. Слон прикольный, да, тоже. Кошечка он. Прикольно. Он может и красивый, но реально будет сильно громоздкий. Ну да, раньше можно было в карман поставить и пойти. А, Кать, я думаю, что смотри, он красивый, но он будет громоздкий, во-первых, сильно толстый и широкий. А во-вторых, ты не сможешь его поставить, как вот ту обложку, ну вот так вот, знаешь? Ага. Как кино ты смотреть с ним не сможешь. Это чистая обложка красота, а удобства тут никакого нет. Как ты смотришь мультики, вот выставляешь свой планшет, помнишь, переворачиваешь? Тут нет такого. Только значит, красивые глазки. Красивые глаза. Тут только красивые глаза, зато как они переливаются. Да, смотри, точно, за красивые глаза только хочется купить. Надо нам такое? Я думаю, что нет. Надо удобный, вот как у Макса или как у тебя был. Я видела, вот такой маленький. Короче так, мы купили планшет, папа сейчас его распаковывает, но защитного стекла и чехла мы тут так и не нашли. Нет, надо будет в другом месте еще поискать. Я видел, тут магазины есть, где сплошные чехлы и эти, и стекла. На что угодно. От айфона до не знаю чего там. Ну вот пойдем туда, пусть Катя уже сама себе. До телевизора. Интересно, есть на метровые телевизоры эти стеклозащитные? Ну я думаю, должны быть. Надо ножик. Есть же такие Пикачу и мужчины планшета, которые могут его и поцарапать чем-то. Написать, например, карандашом по экрану. Это для нас элементарно, да, Кать? Та-дам! Открываем новый планшет! Конечно, он совсем пустой будет. Да, тут ни мультиков, ни игр пока, ничего. Давай да. Снимем с
что-то закачаем. Закачаем? Это надо идти... У нас, кстати, дома до сих пор нет интернета. Это надо идти в какое-то кафе. А? Знаешь, как Play Market заканчивается? Я знаю. А, Катя, все хотела сама. Давай я закрою. Или ты... А, вот и чехол, смотри. А, нету чехла. Уже нету. Уже Катя распаковала. Слушай, он такой большой, Кать. Он чуть больше даже, чем у Макса. Класс. Ну все, я тебя поздравляю с новой покупкой. Ура. Только мы его сейчас залапаем, потом сейчас. Чистить надо будет. Стекло, когда покупать. Пусть чистят. А смотри, вот не знаю, кто-то знает, нет, какие в Англии розетки? Тебе больше. Вот такие. Тройные. Смешные. Тройные такие смешные. В этой Англии все не как у людей. Ездят по левой стороне по дороге, розетки вот такие. Ну, вот так вот. Еще и по-английски говорят. Не, чтобы по-русски, по-украински. Не, они по-английски захотели говорить. Ну все, пошли в какое-то кафе. Вот я нажала на эту кнопку. Он еще выключен совсем. Он новый абсолютно. Нам надо найти кавер и стекло. И нам надо зайти в какое-то кафе, накачать тебе вот эти брови красить, Анжеле. Да? И мультики парочку. И сейчас пиццу. Ну не знаю, пиццу ли, но что-то перекусим. Нам уже еду принесли. Да. Мы шли в кафе за Wi-Fi накачать сюда каких-то игр. Короче, планшет пустой. Игры мы не закачаем сейчас, потому что Wi-Fi здесь, оказывается, нет, но тут очень вкусная пицца. Макс заказал себе маргариту, а Катя что? Заказала себе какую-то гавайскую пиццу. Ты что, гавайка, что ли? Алоха. Алоха. Короче, планшет купили, но пока он бесполезный. Игр нет, мультиков нет. Даже кавера нет, вот этого чехольчика, потому что какая-то новая модель, на нее еще чехлы не завезли в магазин. Катя, так ты у нас с крутым планшетом, что ли? Самый модный, последней серии. Да? Макс, надо, чтобы у тебя, не дай бог, украли, это шутка. Не надо, а то я запарюсь искать вот эти все защитные стекла и вот эти все чехлы. Кушать? Привет. А я хочу еще показать, пока Макс, пока горячая пицца, я быстренько покажу. Макс пишет сейчас со мной под диктант слова, ты? Которые у него завтра в школе будут как контрольные. Будет как это, spelling test, то есть будут тест на вот эти вот буквы. И я скажу, что Макс пишет достаточно правильно, lady, baby, да. И так далее, body. Молодец. Так что Макс молодец, я тебя поздравляю с обновлением, сейчас будем я кушать, как уже не дождется. Все, мама, давай, мама, нас не мучать, давай уже кушать. Говорить всем пока, ставь лайк обязательно. Если вам понравился крутящий велик Макса, ставьте лайк. И напишите, нравится ли вам Катин велик с цветочками. Мне очень понравился, Катя тоже в восторге. Ждите на канале у Кати видео с самокатами. Мы же не зря за ними ехали. Ну да. А теперь наш стандартный. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. 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 А Катя уже жует. Смотри, уже режет. Что ж ты режешь?